Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Дом ночных кошмаров. И в последний раз мы остановились на том, что чуть не убежали с этого долбанного Дома кошмаров, собственно. Но пилот вертолета оказался кретином, и вы видите, что из этого вышло. Кроме того, придавил нашего последнего братюни, который оставался у нас в команде. Поэтому мы снова одни. Это печально. Так, да-да. Я думал, ты умер. Найти и убить доктора Ромеро. Он так прикольно все это сказал и умер, прям как отключился. Безо всяких агоний, мучений. Тупо замолчал. Так, ну и что? Нам надо выбираться. Видимо, это лифт. Да, я угадал. Так. Ты на этаже, но на каком, непонятно. Едем вниз. I heard every word that man said. I am not a murderer. I have never intentionally killed anyone, and I don't plan on starting tonight. Therefore, I want to give you the chance to decide. In just a moment, this elevator is going to stop on the main level, directly next to the main entrance to the hospital. If you want to spare yourself, just leave me in this hospital alone. If you're bound and determined to find and kill me, though, just keep heading down the elevator. I won't stop you from coming. Just be warned, I will be forced to defend myself. Сейчас еще дрыч-ботан какой-то мне будет угрожать, что ли? Так. Ну, собственно, мы пойдем и убьем этого доктора, но сначала сохранимся. Посмотрим на выход, что же нам это преподнесет. Это, видимо, одна из концов. Так, кто-то не хочет, чтобы я уходил, ну ладно. You are now leaving Never Lose Hope Hospital. We hope you had a pleasant and an enjoyable stay. Don't go out. Что-то мне жутковато стало. Ну давайте пойдем уж. Какой он здоровый. Девушка, мы можем поговорить об этом? Видимо, нет. Так, видимо, это было плохим решением. Ладно. Я и так не хотел туда идти, честно, пионерское. Так, ладно, двигаем. Пойдемте заколбасим этого ботана. Так, а где? А, ну да. Ботан, прости. This area is restricted to senior level staff only. If you do not have the proper authorization, please leave immediately. Что-то какая-то непонятная стала эта информбаба. Ну ладно, пойдем искать ботана. Ботан. Опасность. Сдвигайся.
Батан. Так, тишина. Туда нам, видимо, и надо. Так, а мы пойдем посмотрим, что у нас здесь. Ну ладно. Ты тут, что ли, батан? Будем надеяться, что ты был там. Так, здесь батан жил. Так, что ты мешаешься мне? Какая-то непонятная сфера. Вырезки из газеты. «Дом ночных кошмаров 2» выпущен. НДЭ, правда. Так. Ядро, результаты. Так. Много непонятной хрени. Кактусы, которые можно было в Half-Life 2 телепортировать из одного телепортера в другой. Какая-то фотка. Ну-ка, ну-ка, погодите. Так, давай повернись ко мне. Блин, да давай повернись. Так, давай посмотрим. Судя по всему, это доктор и эта девушка. Видимо, он сотворил с ней что-то страшное. Ладно. Батан, ты где? Кругом разруха. Тут я сидел, видимо. Ладно. Отсюда он со мной связывался. Да, развязка наверняка близка. Тут он пил чай. А тут у него... Что у него тут? А тут у него непонятно что. Вот эта самая сфера, судя по всему. В сфере наверняка эта девочка сидит, если смотреть по фиру. Логи Ромеро. Страница 9 из 9. 14 октября. Я слышу лифт. На ней спускаются сюда. Я надеюсь, все не сломается в тот момент, когда я запущу его. Черт, я слышу дверь. Где-то открылась. Я просто должен поговорить. Видимо, он хотел дописать. Так, ну ладно. Возможно, я неправильно перевел. Я уже устал, мне, честно говоря, похеру. Ладно, идем дальше. Угу. Давайте же посмотрим, что это за такая адская машина. Да-да. Это именно то, о чем я подумал. Это именно та сфера, которая была на рисунках. Лучше, чем MP5, ничего нету в данной игре. Тут у нас что еще? Патроны. Это, видимо, будет босс-баттл какой-то, что ли? Я надеюсь, он не будет дико сложным. Что, ломайся, елки-палки. Я уже сколько патронов на тебя потратил, даже жалко. Жаба душит. Так. Подходим и смотрим. Ой, блин, как я сюда залетел. Ой, простите меня, пожалуйста. Короче говоря,
Вот так он меня обманул. Он тупо спрятался за дверью. Вы можете в это поверить. И почему-то я с помощью дробовика не могу ее сломать. Ладно. Мы даже слышим, как он кашляет там. Но тем не менее. А вот страница. Ладно, я не буду все это читать. Давайте, знаете, как сделаем. Я буду вот так вот нажимать. А вы, кому надо, запаузите и почитайте. Я снимаю в достаточном разрешении, чтобы вам все это было видно. Так, ну и все. Так, идем дальше. И попробуем по новой. Я сам как-то тупо погиб, это вообще просто выше моего понимания, как так можно зафейлить. Ну да ладно. Хотел найти укрытие, называется. Ну так-то да. Yes, and they can hurt you. But let's see how long you can last with them. That's always a great experiment. Так, я борюсь с галлюцинациями. Прекрасно. Сохранимся. Что еще делать? Hey! Don't touch that! It's mine! Everything here is mine! Вот же скотина, а? Так, что это тут летает? Мозгов не хватает своя зависть? Или хватает? Так, что мне это дало? Ящики. Патроны. Ну ладно, значит просто с ними надо воевать. Так, попробуем-ка вернуться. Ну, естественно. Музыка, кстати, очень неплохая. Так, я могу зайти внутрь? Не могу. Так, давай. Опа, не поймал. Давай тебе. Хорошо. Течка. Блин, да откуда вы беретесь? Так, давай сюда. Ай, блин, да что ж такое? Хрен ухватишься. Еще патроны. Так, ну что делать-то? Я, конечно, устал, могу тупить, но... А, вот еще что-то. What the hell are you doing?
Well, even with 50% of the power, the core is still fully functional. I didn't need that shield anyway. I have a lot. Так, значит, где-то есть еще одна такая штука. All right. I actually wasn't planning on using the pulse emitters, but you're leaving me no choice. Enjoy. How'd you like that? My head hurts a little bit up here. Yeah, keep shooting at 2 tons of solid stainless steel with your guns. Maybe in a decade or two, it'll start to rust. Блин, да не мешайся ты. Понял, вижу. Деревяшки. Блин, какие вы надоедливые, а? Так, пойду возьму еще аптечку. Не судьба. Ну да ладно, переживем. Так, хорошо, и что нам это дало? А, внутренние балки у нас тоже, значит, такие же. Блин, довольно-таки унылое занятие, конечно. Ну ладно. Так, потусую тут маленько, мне все-таки нужны аптечки, это я вам точно говорю. Хотя бы такие вот, да. Да блин, что ж тебя так трудно ухватить? Еще патроны. Вот, хорошо. С этим уже можно продолжать. Так. Одна готова полностью, похоже. Или я ж тебя вроде убирал. Да я заметил вообще-то. Какого хрена? О, это не может быть. She can't be here. Stop it. You can't even imagine what will happen if this whole thing falls. Да ладно. Так, что дальше? Я могу пройти, нет? Хорош. Блин, да свали ты от меня.
Well, good night. А, какого хрена произошло? А, это явно не оно. И это не оно. И это не оно, значит, это оно. Нет. Что я делаю? Ух ты. Этот шар плохо на меня влияет. Надо уже быстрее его добивать. Опять эти манекены. Ну и чё? Ага. Какой-то, сука, скелет страшный все-таки. Жутковатый. Да что ж такое? Ну ладно. And ended up here? It's not a coincidence. She's using you. You're just a pawn in her game. Да стреляйте, ёлки-палки. What makes you think you will? Так, с патронами у нас уже тяжеловато стало. Давай. Ой, бляха, опять этот дом. Отпишитесь от меня. К машине, давай быстрее. Я не совсем понимаю, что происходит, но мне нравится. Ладно. Мне, наверное, все-таки туда идти, вот туда. Или нет? Может, мне просто кто-нибудь поможет встать? Вот значит, как меня забрали сюда. Хорошо. Блин, довольно долгий бой, конечно. Пойду лечилку найду. Мне нужна лечилка. Для начала мне надо сохраниться. Давай быстрее. Че, все что ли? Так, ну давай. Ух, блин, а. Epic fail. Two times. Отвяжитесь от меня.
все, что ли? Ну, наконец-то. Фух. Да уж. Было круто. Well, what do you know? It's still operative. I guess I won. Видимо, нет. Sorry for everything that's happened. I'm sorry for everything I had to... No! No! Ah! Ну ладно, он этого заслужил. Да пожалуйста. Ну что я могу сказать, ребята? Это была охренительная игра. Игра с большой буквы. Я не могу назвать это модом, это полноценная игра. Да, она использует исходники Half-Life, но она круче всех хорроров за последнее время, в которые я играл. Круче Амнезии, круче Dead Space, круче Silent Hill последнего. Silent Hill вообще, конечно, говно последнее. Всем советую. Игра просто обалденная. Так, ну что, пропустить как-нибудь можно? Видимо, нет. Ну да ладно. Короче говоря, что я хочу сказать. Я сейчас параллельно вот играю в Fear 3. Fear 3 гораздо менее заслуживает названия Fear, чем вот эта вот игра. Игра просто пропитана. Видно, что человек вдохновлялся Fear'ом. Fear'ом, Condemned'ом и немножко Portal'ом. Игра просто обалденная, именно вот в плане того, что это достойный продолжатель дела первого и второго Fear'а. В отличие от того, что мы имеем сейчас под названием Fear 3. Игра очень интересная, сделанная с задумкой, с разнообразием. В общем, просто высшие баллы. Хочу посоветовать пройти ее всем, хотя, конечно, после моего прохождения это будет не так интересно, эффекта новизны уже не будет. Ждем новых творений от этого поляка. В принципе, на этом, я думаю, я закончу. С вами был Артур. Всего хорошего. Подписывайтесь, комментируйте. Ну и давайте досмотрим титры. Пока-пока.